Первый бой практически в родном городе после трехлетнего перерыва. Удалось ли все овладеть, то, что хотелось до этого? Тут такие сейчас впечатления смешанные, потому что поединок такой смазанный получился, на мой взгляд. Ну, результатом, естественно, я доволен. И подготовка была такая тоже очень непростая, потому что все это неожиданно на меня, так можно сказать, свалилось, что я начал готовиться к этому бою. И пришлось параллельно вместе с подготовкой какие-то свои другие вопросы решать. Поэтому, что максимум мог сделать, как подготовиться, так и подготовился. Поэтому самое главное было одержать победу, чтобы закрепиться в UFC. А дальше, я надеюсь, сейчас я налажу свой тренировочный процесс уже полноценно, да, и буду, надеюсь, что буду дальше прогрессировать только, и качество боев моих будет улучшаться. Плюс я еще хочу, чтобы у меня организм привык к новому весу, соответственно, потому что категория для меня новая, для организма это тоже новый такой стресс, новая нагрузка. Поэтому нужно мне еще время, чтобы полностью адаптироваться к новой весовой категории. Бразилец в первом раунде неплохо боролся и имел инициативу в партере. Удивил он этим? Он меня удивил, то, что физически очень сильный. Физически очень сильный был. Единственное, что, конечно, вот он мне показалось, что он слишком много расходовал сил. То есть он в каждом положении очень сильно был напряжен, прям даже где-то в холостых захватах он очень много напрягался. И в этот момент я, как показывает практика, что если в такой манере бороться, человек, какой бы он ни был подготовлен, он должен устать. И я как бы ожидал этот момент, что он должен, потому что мышцы, они требуют очень много кислорода для такой работы, постоянно статика. И где-то во втором раунде я начал чувствовать, что начал подседать физически, начал особенно, когда он лежал мне ноги, что уже вот эта мощь у него потихоньку начала уходить. И, соответственно, я уже оттянул ноги, и так получилось положение, что он был у клетки, я взял это, этот косой захват, это такой один из моих коронных приемов, удушающий. И прямо позиция была под него, я взял и сделал. Саш, тебя многие списали со счетов, и можешь ли ты сказать, что сейчас новый какой-то этап в твоей карьере? Однозначно новый, да, потому что это и категория новая, да, и я сам новый, потому что очень за 2 года со мной очень много произошло различных событий, и внутренние перемены, и какие-то и внешние, то есть. Это и новый этап карьеры, и в целом я новый, можно сказать, все новое. Все новое. Есть какой-то боец, с которым тебе бы непременно хотелось бы сейчас подраться? Именно в данный момент нет, потому что... Прямо сейчас нет, в принципе. Не прямо сейчас, даже в следующем бою вообще такого нету. Сейчас у меня такие цели, чтобы максимально адаптировать свой организм к этой категории, да? То есть проработать именно с гонкой лучше. Вот я сейчас о таких вещах думаю. Чтобы минимизировать стресс организма, восстановление лучше продумать, чтобы наладить тренировочный процесс, потому что я вот, когда мне дают отбой, у меня там работа, семья, семьей занимался. Сейчас хочу именно отрегулировать вот эти все моменты, бытовые какие-то, финансовые, чтобы максимально отдаваться тренировочному процессу, потому что понятно, что на таком уровне надо максимально отдаваться тренировкам, совмещать тяжело. И поэтому мне нужна была победа для того, чтобы где-то мне было легче организовать какие-то свои бытовые финансовые моменты, для того, чтобы я мог двигаться дальше. На боксе чья была идея выйти именно под эту музыку? Моя идея была, я, честно говоря, даже не знаю, что это за, кто автор, и как песня называется. Просто где-то я услышал, мне понравился ритм, да, и плюс еще, почему я взял, что она такая нейтральная, чтобы сильно не акцентировать свое внимание на композиции, так взял такую, что вроде бы и мелодичная такая, заводящая, но в то же время нейтральная. Поэтому я ее выбрал. Сильно не придавал значению именно музыке на выход.
Первая победа с 2006 года. Какие эмоции после такого трудного периода и перерыва? Ну, эмоции такое, знаете, как облегчение какое-то, такое внутреннее, потому что очень в таком, вся подготовка такая была у меня психологически, эмоционально очень тяжелая. Какие-то вот постоянно возникали трудности, как и в тренировочном процессе, как и в бытовом, еще где-то. Постоянно что-то приходилось решать, потому что я был неактивен, и мне резко раз бой дали, и пришлось все, свою жизнь как-то подстраивать тренировочный процесс. И это тоже очень много отняло времени от тренировочного процесса.